Всем привет, с вами Ульки, и мы продолжаем приключения. Мы перешли на четвертую главу, после того, как закончили третью, «Пустыня безумия». Я думал о том, чтобы... Дольф опять. Окей. Я думал о том, чтобы попробовать открыть кошмар, посмотреть, что там есть, изменилось ли что-то, что там вообще, то есть какой смысл в этом кошмаре, не кошмаре, и почему, как и что. Но потом подумал... Давайте сначала мы сольем всю энергию на сюжетку, насколько сможем. А потом уже все, что останется, мы будем уже пробовать по разным всяким приколюхам. Привет, мне интересно, у вас найдется время обсудить эту замечательную книгу? Ну не будьте такими. Почему игнорировать? Окей. Хотите пройти бесплатный тест на определение личности? Понятно. Ясно, понятно. Это у нас... Это точка подземный трудовой лагерь. Направление трудовой лагерь. Понятно, но мне пока туда не нужно. Остановитесь на минутку, выслушайте меня. Бать. Слушайте, а чё вы это, за мной бежите? Зыбучие пески. Понятно, лучше в них не попадать тогда. Давай разуй. Что он сказал? Хулить против Бога? Или что? Но на самом деле странно то, что они меня преследуют. Как у вас дела? Отпустите его. Для нашего спасения. Ладно, понятно. В стиле безумного Макса. Пока что начало. А может быть и нет. А может быть и да. Хрен его знает. Посмотрим. Пока не будем тормозить, просто оббегаем. О, кактусы. Прикольно. Так, будем знать, что можно кактусы разрушать. И это определенно плюс. Так, нам показывается, что наверх. А что наверх? Ахуй знает, что наверх. Но стрелочка была наверх из кактусов. Видимо, то, что нужно наверх идти. Ну, как бы и так, и так. Это те самые. Они бросили вызов нашему богу. Запах свеженьких еретиков. Еретиков. Заблудшие души, которые не понимают замысел проведения. Мы освободим вас от этой бесконечной боли. Подвиньтесь, давайте принесем их в лагерь. Ребят, ну вы чего? Вы понимаете, против кого вы выступили вообще? Хотя, бьют они больно, я вам скажу. Ну, не так уж больно. Ты еще живой там? А, это другой живой. Хорошо. Ты смотришь, да? Ха-ха-ха. И чё? Я же тебя всё потом найду. Души полные греха. Полностью искупимы душой и телом. Искупление. Вот, суки. Это забавно, забавно, забавно. Я вас все равно потом уничтожу. И вам будет херово. О, смотрю, ты очнулась. Мелкий. Меч чемпиона реагирует сильно. Кто ты? Что это за место? Кто-то меня не особо волнует, я и так знаю. Тот, кому не хватает веры. Тот, кто против веры и ублюдок, который громко ест. Оскорбивший выдуманного бога оказывается, блядь, ты что, прикалываешься, я не успел дочитать. Раньше я был наемником. Это все, что тебе нужно знать. Как мне выбраться отсюда? Ты думаешь об опеке? Глупцы, лучше сдаться рано или поздно. Те, кто пытается бежать, исчезли без следа. Чувак, ты можешь сдыхать тут? Вот сколько тебе влезет? А я отсюда свалю. Банан. Вот у меня есть банан. Я им воспользуюсь. Ящик стал пуст. Давайте спать. А, окей. Эй, подойди сюда на минутку. Ты планируешь делать, чтобы что-то сбежать сюда? Я точно не могу. Нет, я могу. Тогда с этого момента следуй за мной. Вот что за тварь, а? Что это за звук? Ты что делаешь? Ты что не видишь? Этот ублюдок действует мне на нервы. Он долго не выживет, так что найди ему гроб. Красавчик, чё? Ты что спятил? Что ты делаешь со свежим работом? Прекрати. Я могу справиться с этим в одиночку, я зову на помощь. Я не могу. Да, согласен, мог бы предупредить. Ты сам сказал, что можешь делать все, что угодно. Отлично, теперь давай нарю выход отсюда. Чувак, я пить хочу. А нахрена мне какой-то выход искать? Почему бы мне просто не пойти на пролом? Как вы думаете, я не думаю, сланец. Так, с вами что тут? Можно поговорить? О чем? Вообще ни о чем. А ты слепошарый ублюдок. Вытащите меня отсюда. Ну, вытащила, что дальше?
Вы, ребята, пытаетесь забежать, да? Возьмете меня с собой? Почему нет? Спасибо. Мы сегодня добрые. Собираем всех подряд. Я выберусь, не выберешься, чувак. Ты сдохнешь. Ты подохнешь тут, как собака. А вот тут закрыто. Ага, нужен ключ. Огонь сжигает дерево. Охуеть. Вот это новость. Я даже не думал об этом. А мне по стелсу нужно пробираться. Вы прикалываетесь? А почему я их просто не могу уничтожить? Вот смотри. Вот он сейчас повернется не в эту сторону, и я его просто могу уничтожить. Да ты гнида, блядь. Я не знаю, за что эта кнопка отвечала. Ты, собственно, как-то плевать. А вот как тут пройти сейчас? Так, чтобы... Ладно, я знаю точно. Это сюда. Если я это сдвину туда, то я это уже не сдвину никаким хером. И пододвинь поближе-то. Идиотизм. Самый настоящий форменный идиотизм. Ладно, плевать. Блять, ему, по-моему, вообще по барабану. Прототип. Нужно подумать. А зачем мне думать, если можно сделать просто вот так вот? И что мне это дало? Знает. И как мне этот гребаный ключ достать? Он мне в любом случае нужен, потому что там квест. Я придумал. Возможно. Не знаю точно. Но это может сработать. Да иди ж ты, блядь, запинаешься об эти скочки гребаные. Вот и все. Теперь нужно дождаться, пока он отвернется, и быстро пробежать. Ну и все. Прощай, дебил. Ну открывайся, речи. Полгода. Вы, ребята, пытаетесь сбежать? Да. Взять его с собой тоже. Спасибо. Походу, мы взяли пушечное мясо. Ничего страшного. Я думаю, они не обидятся, если их убьют. Ну или если я не пожертвую, тоже не обидятся. Мне, собственно, как-то все равно. Ты меня не видишь? Ты тоже. Вообще там есть какой-то проход наверху. Но он закрыт. Какой-то херней. Теоретически, конечно, возможно. Возможно, нужно попробовать сделать, знаете как? Секунду. Вот так. Мне не помогло. Жалко. Ладно, оставим эту хрень. Даже если она нам понадобится, то хрен с ней. Я люблю бананы. Если ты добудешь мне банан, я дам тебе свое. Да, держи свой банан. Я банан, спасибо. Вот мое сокровище. Камень. Вот ты ублюдок. Я думал, ты в натуре что-нибудь нормальное дашь, а ты ублюдок. Как таким можно быть? Хотя чему удивляться, мы же в тюрьме. Это не заключенные. Так, сжигай. Сожги здесь все нахуй. Можно побыстрее? Очень долго. Так, с вами я потом поговорю. Да не, погоди, потом. Идиотизм. Ладно. Ключик еще один. От чего это ключ? Говорят охранники. Угу. Ключ от жаровни. От жаровни. Где сама жаровня, хер его знает. Теоретически где-то наверху. И мы сейчас должны в нее попасть. Стоять. Зевать, что за прекрасная погода. Это подземный туннель, который я вырыл, действительно купается. Я могу расслабиться в течение дня, и никто не заметит. Думаю, что я смогу сбежать из другого лагеря, если сделать туннель длиннее. Это столько работы.
Я подумаю об этом после того, как вздремну. Дай знать, если увидишь приближающуюся охрану. А, нахуй идешь? Ублюдок. Вот это мне подфартило. А вот это не подфартило. Да блин. Сука, я ненавижу миссии со стелсом. Вот почему, вот банально, да? В плане, то есть, как сказать там. Теоретически, то есть, допустим, я не смог по стелсу пройти, да? Почему я не могу просто перебить всех к ебеням тогда в таком случае? Я их могу перебить. Зачем мне тогда дальше проходить по стелсу? Если меня заметили в любом случае, они ничего не могут сделать. Я их хочу перебить. Я готов их перебить. Ненавижу вот за это только стелс. Миссии. Вообще, в принципе, стелс. Давай же, блядь, двери открываются по полвека, а? Выглядит достаточно безопасно. Будет лучше, если мы отдохнем, прежде чем двигаться дальше. Я с тобой не согласен. Что ты так смотришь? Хочешь что-то сказать? Моя история, не думаю, что такая скучная. История может заинтересовать тебя. Я не хочу твою историю слушать. Мне вообще срать, кто ты и что ты. Некоторые называют их ворами, другие отвратительными убийцами. Ну, их люди разные имена для таких, как я. Наемник из пустыни. Какой бы ни был приказ, мы следуем ему, несмотря ни на что. И действуем без промедлений. Смерть окружает наемников, и я ничем не отличался. Мы попали в засаду врага после возвращения. Я отправил их всех на тот свет, но был тяжело ранен. Все заканчивается так, в безжизненной пустыне. Я не мог сдержаться от смеха, насколько глупо и бессмысленно это все было. И затем мир погрузился во тьму. Ты проснулся. Когда я пришел в себя, я лежал в потертой палатке. Там была маленькая девочка, которая смотрела на меня со страхом и любопытством. Не двигайся, в твою рану может попасть инфекция. Все смотрели на меня со страхом и отвращением. Но только не она. Ее глаза были полны сострадания. После того дня я перестал быть наемником. Мне похуй. Ладно, выдвигаемся. Нельзя больше терять времени. Че расскажешь? Еда. Я голоден. Да вообще срать на вас. Можете сдохнуть. Угу. Продолжаем. Вы, ребята, пытаетесь сбежать? Да. Хрен с тобой, давай тебя тоже возьмем. Сюда нужен ключ. Ага. А сюда нужна взрывчатка. Я просто мимо него пробегу и все. Так, нужно замкнуть цепь, быстрее двигай, блядь. Фух. Только не сюда нужно было двигать. Ладно, давайте посмотрим, откуда она идет. Она идет отсюда. А почему ты не работаешь? И ты не работаешь. Очень интересно. Я хочу красивый камень. На. Придурок. Вау, какой красивый камень. Для меня он бесполезен, но кому-то он может пригодиться. Держи лопату. Спасибо. А нахуя она мне нужна? Вообще. Теоретически, возможно. Мне нужно протащить эту хрень, чтобы замкнуть все цепи разом. Походу, это так и работает. Ладно, поехали. Теперь мне нужна вторая. Хорошо, я понял, как эта херня работает. Вопрос в другом. А нахера мне наверху ее открывать? Ладно, вопрос снят, потому что мне нужно будет все цепи соединить, чтобы открыть. Я пройду. Так, все, отодвигаем тогда эту. Дверь все равно не закроется. И отодвигаем ее сюда. Ну, а эту просто нужно выдвинуть и готово. Все? Ага, сейчас. Все, конечно. Хорошо. И как мне это, блядь, сделать? Теоретически, возможно, нихера так не получится. Я понял, как мне нужно. Нахуй идешь. Все, готово. Да, дебильная загадка. Прощай, дебил. Следить лучше надо было. Быстрей. Открывается полвека. Так, там противники. А эти сволочи меня атакуют. Ладно, пока они меня будут атаковать.
Я не знаю, что делать. Это второй сланец. Мне, получается, нужен еще один. Слушай, а вас можно как-то сбить оттуда или нет? Нельзя. Жалко. Еще можно было бы сразу по две их разбивать. Было бы поприятней. Мне не совсем понятно, для чего мне вот эта хрень, которая тут есть. Ну, вот эта, которую можно сдвинуть. Не совсем логично, не совсем понимаю. Это как я мог сланец пропустить? Прощайте, дебилы. Так, это назад вернуться, да. Но мне это больше нечего брать. Угу. Ты что хочешь? Вы, ребята, сбежавшие заключенные. Нет необходимости паниковать. У меня нет намерения задерживать вас. Я уже устал от этого. У меня есть заманчивое предложение. Вчера я потерял свой пропуск во время патрулирования. Если вы найдете и принесете его мне, я дам вам кое-что. Может выбраться отсюда. Это интересно, где мы можем найти пропуск. Я думаю, его забрал один из заключенных. Дебилы, пропуск отдайте. У тебя нету, у тебя нету. У тебя нету. Хуй узнает. Пойдем по другим поспрашиваем. Вот, скорее всего, он и забрал. Давай. Должны их вообще вытаскивать за собой. Почему их просто не оставить здесь? Чтобы пробить туннель, нужна лопата. Держи. Как раз то, что я искал. Я поменяюсь с тобой. И что это? Пустынный паспорт. Прекрасно, но мне не хватает одной детальки. А может, все-таки у меня все три есть? Да. Откуда у меня третья тогда? Знает. Ладно, костюмы получили, это приятно, это прекрасно, это замечательно. Давайте сюда и пойдем. Анимации очень долгие. Так, костер. Зачем мне это нужно? Похоже, это и есть выход. Но они не отпустят нас просто так. Если бы только с нами было 5 заключенных, мы бы смогли дать отпор. Ловите, дебила. Так, ты будешь нашим пятым. Отлично, вы хорошо справились. Я дам вам вещь, которая поможет вам бежать, как я и обещал. И что это? Униформа тюремного охранника. Прекрасно. С этим мы можем замаскироваться под тюремных охранников, но только один из нас может надеть его. Надень это обмани охранников входа. Все, дебилы, прощайте. Ху-ху-ху. Валим. А нахрена там нужен огонь? Стой, братан, куда ты направляешься с заключенными? Был приказ отправить их. Если это то, что хочет Великий, я одобряю. Да будешь ты благословен, куда бы ты ни пошел. Открыть ворота. 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 Дебильное слово, сука, привязчивое. Я все не понимаю, для чего нам нужен был толфакел, потому что там ничего, нечего было поджечь. Возможно, что-то я пропустил. Спасибо, что спасли меня. Да-да. Я так давно не видел солнечного света. Впереди пустыня Хартельф. Они скоро узнают, что мы бежали. Давайте продвигаться с осторожностью. Зачем? Просто, блядь, щемим. Просто щемим и всех, кого встретим, уничтожаем, вот и все. Зачем с осторожностью как-то продвигаться? Я бы понял, если бы вы не могли бы, точнее, не были бы способны на это, но вы способны на это вполне. Первый уровень закончен. 2 звезды, костюмы забрали, похеру. Второстепенное задание. Оставлю на потом. 20 тысяч золотых, кстати, пригодятся. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. В принципе, остальное мы будем проходить уже либо позднее, либо завтра. Не знаю. Всем пока.